Пошел рыбачить? Да, я со спиной. Подписчицу встретил с Астрахани. Она и в комментариях участвует. Ну, сейчас мы перейдем, тут темно. Я просто это... Жилье вы спрашиваете, на спортивную я с ней уже заранее. На спортивную? Я уже в 2017 на Бирюзовой была. Здравствуйте. Здрасте. Вот встретились мы с подписчицей с Астрахани. Сегодня тоже приехала. Я, правда, извиняйте, забыл, как звать вас. Татьяна. Вот. Значит, говорите, на автобусе приехали, да? Да, ну ужасно. Еле доехали. Автобус у них там то ремень рвался, то еще что-нибудь. А вы раньше были здесь, в Лазаревском? В 17 году. В 17? Решили... На Бирюзовой снимали. А в этот раз на спортивной. Чуть ближе даже. Они там рядышком. Ну да. Просто в 17 мы приезжали с сестрой, с племянницами. Там номера больше по стоимости, поэтому... А здесь ни одной... Поменьше. Ну, в 17-м были, понравилось, наверное. Второй раз не приехали бы, наверное. Ну да, понравилось. Понравилось? Одна, даже если приехала. Правильно, отдыхать надо. Если есть возможность. Отдыхать нужно, если одна. Еще в море не успели искупаться? Нет, я сегодня не пошла вечером, завтра пойду. Правильно, рано надо ходить, даже в 5 светло уже, и вода такая же теплая, что днем, что утром. Ну, 5 утром. Это по-вашему, а по-нашему это уже 6 будет. Так что... Блин, что-то речь потерял. Засмущались. Да. Включил я камеру. Увидим себя, да? На канал ТВ. Да. Но как планируете? В ущелье будете ходить? Нет. Нет. Ничего не хочу. Просто чисто в море, да? Да, релакс. И в Сочи, и на Красную Поляну не поедете. Были там уже. 17. Смысла нет, одной ездить все равно. 9 дней так. Вы на 9 дней приехали? И эти земляки с Оренбурга тоже на 9. Это что за число? Почему именно на 9? Ну, потому что у нас через день они идут, автобусы у нас получается. Или я могу на 7 взять? Вы на автобусе сколько ехали? Или на 4? Что, сколько? Часов ехали. Я говорю, сутки. А положено 13-14. Ну, это мы разговаривали без камеры, поэтому я спрашиваю. Вообще 13-14 часов. А ехали ровно сутки. Мы вчера... В 5 вечера из Астрахани выехали, и вот в 5 вечера меня только сюда привезли. Ну, автобус ломался. Да. Вообще, без кондиционера. Вы в самую жару ехали как раз, получается. Конечно. Ну, в ночь еще ничего. Поехали-то в ночь. А уже потом здесь это вообще. Это колесо прокололи. Ужасно. Это что за морячок? Морячок какой-то пошел. А кстати, скоро праздник же будет. 26-го, по-моему. День военно-морского флота, что ли? Да, что-то... День военно-морского флота, да. Передавали по... 2 августа. Это ВДВ. ВДВ. Да, он, по-моему, 26-го, правильно. 26-го, день. Потому что я говорю, я еще здесь буду, 26-го. Привет, есть кому передать? Родным, близким, друзьям. Все. Пусть приезжают отдыхать здесь хорошо. Ладно, пойду я. Приятно было с вами познакомиться. Спасибо взаимно. Всего доброго. Хорошего вам отдыха. До свидания. До свидания.